уже обратили внимание, зал почти полный. Настолько полный, что мне еле хватило места, чтобы начать приветствие. Что ж, дорогие друзья, сегодня выступая от Института психологии и образования, они одолжили мне шарик. Они теперь на втором месте по дружелюбности после геологов. А еще сегодня выступает тут Институт международных отношений и истории востоковедения. То есть программа сегодня будет обширная и очень-очень классная. Мы сейчас находимся в зале концертном Уникса. Народу куча, и все это болельщики. Вы же болельщики? Да. Да? А покричите как болельщики? Да. Чего, как болельщики покричать слабо? Слушай, ты кто здесь и зачем? Ну, я организовываю фан-блок, нашу фан-группу, отвечаю за ребят. А ты смотри, ребят, что ты кричишь на них, что ты не кричишь-то? Зачем на них кричать? Не пойму. Не, они у меня дрессированные здесь, я сами понимаю, да. Где пацанов потерял? Чего пацанов так мало? Ладно, одного. Так у нас институт, ИПО, какие пацаны тут? Девчонки, один цветник такой, ты что? А ты что здесь забыл? Или ты специально только девок зовешь? В смысле? Ну, я ж парень, вот у меня тут цветник целый. Целый цветник собрал? Конечно. А можешь для нас специально вот, как-то раззадорить толпу? Конечно, могу. Давай. Че, девчонки? Готовы? Да! Институт! Его! Один за всех! И все за одного! Концерт Института психологии и образования. На нем мы ожидали увидеть нечто странное и нам непонятное. Но, к счастью, сложилось иначе. Тема такова. Господа и слуги. Мир, где первые не могут существовать без вторых. Господа брезгуют прислугой, но со временем осознают, что без них никуда. Каждый человек важен по-своему, и нужно это ценить. У каждого своя роль. Конечно же, концерт ИПО невозможен без отменного художественного слова. Все же психологи умеют воздействовать на зрителя. А далее песни и пляски. Загадала? Да, все. Озвучивай. Не буду озвучивать. Что ты загадал? Я уверен, что ты загадал. Какой институт, кстати? ИМАИФ. Я уверен, что ты загадал, что эта программа ИМАИФ будет классная. Да. Я загадал. Конечно. А если не сбудется? Ты же озвучила. Да, не знаю. Так, нечестно. Как нечестно? Я всего лишь предположил, а ты согласилась. Что ж, зря девушка переживала. Сижу в зале и смотрю качественный концерт. На сцене Институт международных отношений и истории востоковедения. О сути. Парень при поступлении захотел отдельную комнату в общаге, двухместную, чтобы по кровати сдвинуть. Настолько велико было желание, что он за шоколадку заселил своего друга, который играет в баскетбольном клубе ЦСКА в Москве. Чтобы покрыть его неуспеваемость, стал главным активистом вуза. В итоге сделал все для друга, а себя вогнал в яму. Его отчислили. Вот и мораль. Живите своей жизнью, а то отчислят. И шоколадками комиссию не балуйте. А не надо было подпись свою подделывать. Может быть, и не отчислили бы. У вас что, молодой человек? А что, за подпись могут отчислить? Ну, конечно. Это же уголовное преступление. А сколько он должен заплатить? 50 тысяч. 50 тысяч. Капец. Это же 5 тысяч пачек чевапчичей. Знаем мы еще одного такого друга, Юрия Зонина, который дружит и с Институтом социально-философских наук, и с востоковедами. Лишь бы и с ним подобной ситуации не приключилось. Он на научной конференции в Архангельске. Научная конференция? И что за тема? Влияние, колебания цен криптовалюты на стоимость закрытой пиццы. Ну, что-то в этом роде, вроде там что-то такое. Интересная тема! В следующий раз после своей работы ко мне зайдет. А в целом концерт удачный. От востоковедов другого и не ожидали. Свою конкурсную программу представил Институт международных отношений, истории и востоковедения. Я эту жизнь тебе отдам. Yeah.
офигенно, очень быстро концерт пролетел на одном дыхании вообще. Что, не ожидали. Ты самый умный на концерте? Чего? Ты казался самым умным на концерте? Ни разу. Если бы я был самым умным, я бы, наверное, сидел в зале и смотрел бы на это все, но потому что номера были просто очень крутые. Получается, ты был самым активным. Нет, у Ленара было больше проходов. Вот. Но на самом деле, я очень хотел посмотреть этот концерт из зала, потому что, ну, очень много номеров видишь сбоку и не можешь посмотреть все, что видят эти люди. Но в целом, вы отработали классно. Спасибо. Давай, спасибо вам большое. Друзья, как вы обратили внимание, здесь песни и пляски. Вот так заканчивалась свою концертную программу Институт международных отношений, истории и востоковедения. До них был Институт психологии и образования. Как видите, праздник. Праздник, он идет у нас каждый день. Завтра, к сожалению, он закончится, будет последний день фестиваля. А тем временем прощаемся, говорим вам до завтра. Смотрите наши дневники, и мы будем выкладывать постепенно полные записи концерта. Всех люблю, пока-пока!